сегодня решили прогуляться в Чехии. Троица, пляжик местный. Там вот защищенная отельная зона. Тут апарт-отели. Ну, как-то не особо сегодня Троица. А людей здесь вообще практически нету. Я не знаю, когда тут сезон начинается. У нас бы в Железном порту здесь было бы уже тысячи людей бы уже здесь было. Лежали бы тут, как тюлени на пляжике. И самое интересное здесь вот пляжик, вот выход, выезд с машинами сюда. И здесь вот спасательная вышка. И есть спасатели, реальные спасатели стоят здесь, дежурят. Конечно. Здорово. Молодцы ребята в этом плане. Это, наверное, муниципалитетные спасатели. Ходят, патрулируют здесь по пляжику. Вот как-то так. Вот такие вот здесь вот. Ну, пляж, вода здесь как бы мутноватая. Ну, без посторонних запахов. Заход в водичку каменистый, и здесь именно на этом пляже, не знаю как на других, большие камни в воде. Не очень приятно ходить здесь. Поплавать можно нормально. Ну, как-то так. Здесь подъезд сразу свободный, не перегороженный. Можно подъехать, поставить машинку возле спасателей и идти себе купаться. Ну, вот так вот. Вот так вот. Всем спасибо.